Как вы думаете, что мощнее, Porsche 911 или BMW M5? Вопрос риторический, потому что я сразу отвечу, ноутбук Acer. Но давайте обо всем по порядку. Не так давно я столкнулся с серьезной проблемой, связанной с моей сферой деятельности, а именно отсутствием возможности куда-либо свалить на пару недель и сделать работу там. И недолго думая, я понял, что сию проблему можно решить двумя способами. Первый — это делать работу заранее и уезжать с готовым материалом, но знаете вы или нет, я аутист, именно поэтому предпочитаю заканчивать дела не иначе, как главный герой любого американского боевика за секунду до пиздеца. Мы должны остановить корабль. Да, есть у меня некоторые проблемы с организацией своего времени, но у вас иначе. Так вот, второе решение показалось мне наиболее верным. Покупка ноутбука. Аплодисменты, что я додумался до этого сам, оставьте при себе, хоть я не буду скрывать, был крайне горд собой, что справился с поставленной задачей. Казалось бы, осталось только выбрать подходящий ноут, но, увы. Получить сие чудо бесплатно заставило меня писать в разные компании с предложением прислать мне что-то для учебы и работы, ну или как правильно там просить компьютер. Но не получив ответ длительное время, я решил купить его себе сам. Купила себе, конечно же, откровенную хрень, не буду назвать фирму, потому что думаю, это не нужно. Что же плохого в ноуте, собственно? А то, что он совершенно не адаптирован к русскому рынку, нет правильного софта для функционирования особых функций ноута. Это бред, одним словом. Зачем карта, выдающая овер 100 FPS во многих играх, в связке с матрицей, которая не может ее раскрыть. Однако я смирился с покупкой, и тут мне предложили ноут от компании Acer. И началось. Если вы думаете, что это обычный ноут, то вы ошиблись. Это Predator Helios 700. Я, честно говоря, не рассчитывал на такую машину и был очень приятно удивлен ее возможностями. Помимо того, что ноут экстремально мощный, по сравнению с ним даже мой рабочий ПК смотрится как планшет, он еще имеет ряд уникальных особенностей. Первая из них — это выдвижная клавиатура HyperDrift. Она выполняет сразу несколько дополнительных функций. Открывает дополнительные отверстия для вентиляции и позволяет эффективно разогнать видеокарту и процессор. Служит удобной подставкой для рук и открывает стеклянную панель, под которой можно рассмотреть мощную систему охлаждения ноутбука. Помимо безумной системы охлаждения, есть также специальные клавиши MagForce, которые позволяют регулировать силу нажатия. Собственно, благодаря чему ноут идеально подходит для гоночных симуляторов. Клавиатура с индивидуальной RGB-подсветкой для каждой клавиши, которую можно настроить в фирменном приложении Predator Sense. Да, все это выглядит действительно эффектно. Безусловно, каждый производитель пытается выделиться, внедряя в свое устройство все больше футуристических функций, однако тут это выглядит действительно уместно. Помимо самых любопытных особенностей ноута, стоит, конечно, отметить самую топовую начинку. IPS-экран 17,3 дюйма с разрешением Full HD и частотой обновления в 144 Гц и разогнанный до 3 миллисекунд времени отклика. Чтобы вы понимали, я покупал монитор тоже 144 Гц, но это TN матрица, это другая цветопередача, и он стоил очень дорого. IPS-экраны — это заоблачное что-то. Если IPS 144 Гц и 3 миллисекунды отклика, это пиздец. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 с трассировкой лучей и всем, чем только можно. Чтобы вы понимали, 2080 — это сейчас самое мощное решение для ноутбука. И на мой взгляд, этого хватит еще на несколько лет вперед. Ну и как вы понимаете, основой и главной особенностью этой карты является наличие трассировки лучей. Трассировка лучей позволяет добиться фотореалистичной картинки в играх, освещение, отражение в играх становятся динамичными и естественными. Графика GeForce RTX также пригодится всем тем, кто занимается созданием контента, начиная от редактирования видео и заканчивая 3D рендерингом. Впрочем, что я вам все это рассказываю, я более чем уверен, вы и сами все знаете про GeForce RTX карты. Это топ, что можно сейчас купить, типа самое лучшее, о чем речь. За производительность отвечают Intel Core i9 9-го поколения и до 64 гигабайт оперативной памяти. В ноутбуке предусмотрены несколько режимов работы, в том числе 3 режима разгона и мощная система охлаждения с вентиляторами. У нас не обычными, а Aero Blade 3D 4-го поколения и технологии Cool Boost, которая автоматически выстраивает скорость вращения вентиляторов под текущую нагрузку. Также крутая аудиосистема 5.1 с 5 динамиками и сабвуфером, которая очень круто и качественно передает звук, особенно на низких частотах. Имеются порты такие как DisplayPort, HDMI 2.0 и USB Type-C с поддержкой технологии Thunderbolt 3 для максимальной скорости передачи данных. Внешние накопители и другие устройства подключаются к Helios 700 с помощью трех портов USB 3.1. Вот вам немного тестов в наиболее популярных онлайн играх. Помимо ноутбука, мне также прислали коврик, мышку и вот такой рюкзак для переноски этого довольно-таки тяжелого устройства. Ну а теперь немного моих собственных мыслей по поводу сего чуда, и на самом деле ноутбук очень крутой, мне действительно понравился. Самое главное, конечно, его неудобство в том, что он большой, но собственно, как вы хотели, очень мощное железо, ну вот удивительно, реально, железо гораздо мощнее, чем в моем ПК, на котором я делаю ролики и монтирую в ноутбуке. И да, есть некоторая проблема мобильности, но на самом деле с лихвой можно дать этому всему скидку просто за то, что он будет тянуть любые игры еще много лет на максимальных и ультра настройках.
а это многого стоит. Да, кроме всего прочего, машинка стоит не так уж и мало, но в действительности нужно отдавать отчет тому, что это прежде всего ноутбук, который позволяет тебе быть везде с рабочей машиной, которая позволит тебе делать в принципе все, что угодно и все, что требуется. Ссылку на всю эту машину-убийцу я оставляю в описании к видео, и увидимся с вами в воскресенье, в день основного ролика. Всем пока! Я пойду играть, наверное, на самом деле, что на такое дело. Надо пойти катать.